Это какой-то бурьян. Тут запущенный участок, что ли, да? Вообще ничего не растет. Как будто бы, да? А если приглядеться. Опа. Эй, да. Вот что. Шел, увидел просто спелый арбуз. Держи. Я просто, вот момент, да? Я хочу просто показать, что такое спелый арбуз. Классно. Он, во-первых, хвостик, опа. Сухой, смотрю, да? Но звук тоже такой глухой, то есть он уже там мягкий. Да, хвостик. Когда его нажать так вот, звук такой, как снег. Да, этот тоже. И еще его, когда нажимаем, он мягкий. Это означает, у него кожица тонкая, а все остальное мякишко. Мякиш красный, спелый, сладкий. Вот как. Смотри, давай. Просто что я делаю, да? Маленький ножик такой, чуть-чуть достаю. Немного. Теперь. И вот как. Готово. А еще другое, да? Давай. Нет, прошлый даже сам. Ты чуть-чуть вторкнул, и он сказал, вот снимай этот, да. Все, снимаем. Чуть-чуть подлиннее. Просто короткий нож сделал. О, все. Пошел дальше. Режем. Он сам хочет. Прошлый вообще сам взял, распаковался. Опа. И, короче, потом делаем так. Вот так. Вот это. Да, все, точно. Конец.